Здравствуйте. Перед вами представлено устройство мойки Аполласки модели МО-3000М. Данная машина имеет два вида раствора, то есть два клапана для, допустим, обычной дистиллированной воды. Естественно, время каждого клапана вы можете регулировать самостоятельно, вручную. Также вы можете выбрать работу одного из клапанов, то есть чтобы два клапана не работали одновременно, либо первый, либо второй клапан. В среднем положении работают оба клапана. Также у машины есть частотник, который вы также можете регулировать общую скорость всей работы. Давайте, пожалуй, начнем. Я вам продемонстрирую, как работает наше устройство. Прибавим немножко скорости. Как вы видите, стоят распылители внизу. Распылители вы можете отрегулировать под себя. Сейчас отработает первый клапан, переключится на второй. Вот переключился, но второй клапан так у нас не подключен. Просто работает время. Все, машина отработала цикл. Также издерживается. Пожалуйста. Теперь переналадимся на более маленький размер, то есть на пенициллинке. Для этого опускаем подорожку. Мы опустили ограничитель на нужную нам высоту. Теперь таким же образом мы помоем с вами пенициллиновый флакон. Скорость, как я говорил, может с вами не быть. Благодарю вас за внимание. Всем спасибо. До свидания.